Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Одинцовском округе был создан 1 марта 2013 года. Сегодня он один из лучших не только в Подмосковье, но и в России. С десятилетием успешной работы коллектив центра поздравил глава округа Андрей Иванов. Желаю вам держать такой же темп, как и вся наша команда Одинцовского округа. Мы являемся в лидирующей позиции, нам это удается. По прошлому году мы были первые в Подмосковье. За многолетний добросовестный и плодотворный труд и в связи с десятилетием со дня создания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского городского округа почетной грамотой Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области награждается Курносова Ирина Алексеевна. МФЦ создавался как сервис одного окна для удобства жителей округа. Постепенно он стал неотъемлемой частью жизни граждан. Центр «Мои документы» представляет собой 95 окон в 7 офисах и 15 обособленных подразделениях. Ежегодно обрабатывает примерно 200 тысяч обращений. Здесь можно быстро оформить документы на собственность, получить российские и заграничные паспорта, подать заявку на материнский капитал, взять выписку с лицевого счета и многое другое. Всего более 300 услуг. Прием, подготовку и выдачу всех документов взяли на себя универсальные специалисты центра. Очень много всего изменилось. В первую очередь, очень много услуг переведены в электронный вид, что достаточно очень удобно и для жителей, и для нас, так как это снимает нагрузку и с нас, и с жителей. Не обязательно к нам приходить и подавать. Можно сделать все самостоятельно дома, к нам прийти только за результатом. Работа МФЦ благодаря налаженному взаимодействию с органами власти, различными ведомствами и структурами позволяет гражданам и юридическим лицам упростить процедуру и повысить комфортность получения государственных и муниципальных услуг. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».